Милый Эван Хансен, сегодня будет замечательный день, и вот почему. Ты пишешь письма самому себе по рекомендации доктора Шермана? Ну, я пытаюсь. Если кажется, что ты один в толпе... Что, ни одной подписи на гипсе? Теперь можем делать вид, будто мы друзья. Извини моего брата. Стал невидимый внезапно, оказался в пустоте. Хотел бы я все изменить, перестать быть невидимкой, чтобы к моим словам прислушивались. Ты исчез, ты растворился, ты ничто. Дорогой Эван Хансен? А? Да, да, это мое, я заберу. Стой, отдай, пожалуйста. И ты кричишь, не слышит никто. Коннор отобрал у меня письмо, которое я писал по заданию психотерапевта. Ого. Даже если мрак вокруг тебя, к тебе пришли мама и отчим Коннора. Просто верь, что где-то есть друзья. Коннор оставил записку. Тебя не сломит этот мир. Дорогой Эван Хансен, это для тебя. Его последние слова. Он покончил с собой. Что? Извините, но это не Коннор написал. Нет, пожалуйста, можно? Ты не один. Мы думали, что у Коннора не было друзей. Неужели ты скажешь этим людям, что их единственная память о сыне – это твое письмо самому себе? Значит, вы дружили. Расскажи нам что-нибудь, пожалуйста. Ну, хорошо. Я начал говорить и просто… Не смог остановиться? Я побоялся их расстроить. Я организую церемонию прощания. Скажешь пару слов? Благодаря Коннору я понял, что не одинок. Никто не одинок. Знай, одиночество не навсегда. Будет все в порядке, если верить до конца. Не думала, что тебе так всегда больно. Всегда найдется тот, кто в горький час. Многие чувствуют то же, что и мы. Руку сам тебе подаст. Люди шерят твое выступление, а теперь оно повсюду. Не понимаю, что происходит. У тебя получилось. Ты даже не представляешь, как помог мне и моей семье. Вы вообще с ним дружили? Я не хотел, чтобы все так вышло. Я просто пытался помочь. Если бы ты знала, какой я. Насколько я сломлен. Я знаю. Друг тебя и люблю тебя. Я должен сказать правду.